Волгоград продолжает готовиться к празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве. Частью обширной программы станет и первый военный иммерсивный фильм «Бессмертный подвиг Сталинграда», который можно будет увидеть в Волгоградском планетарии. Мы уже делали фильмы до этого, и один из фильмов уже завоевал приз зрительских симпатий в Новосибирске на фестивале полнокупольного кино. Но именно вот с такой тематикой это вообще уникальный фильм, и таких фильмов никто не создавал еще до этого, потому что такой фильм можно демонстрировать только на куполе планетариев. А планетарии, как обычно, они на космическую тему что-то делают. И вот мы как порадовали жителей нашего города и нашего региона. И я думаю, что эти фильмы другие планетарии России будут тоже демонстрировать. Сферический фильм рассчитан на то, что зрители смогут увидеть все события Сталинградской битвы в обзоре 360 градусов с помощью технологии полного погружения. В программу вошли не только основные события битвы, но и этап восстановления города из руин и многочисленная кинохроника. Мы в очень короткие сроки это все, весь фильм сделали. Результатом в целом, ну, это, наверное, на суд зрителя надо приходить, посмотрите, оцените. Это первое сотрудничество мое с планетарием. Это интересный очень опыт, особенно сделать фильм для такого великого события. И особенно в Волгоградском планетарии, в который я ходил с детства и очень его люблю. Кино можно будет посмотреть с 31 января и до конца февраля. В дополнение к программе в планетарии открылась выставка архивных фотокадров, сделанных во времена Сталинградской битвы. Анжела Умбетова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1».